крысы. Сидит вот там на зеленочке. Их или наш? А, нас хуячит, да. А мы первые едем в колонии? А? Мы первые едем? Да. Первую машину хуячит. Ну, все, теперь я спокоен. Впервые ополченцы ДНР подняли над аэропортом свой флаг еще 18 апреля, на четвертый день после начала проведения антитеррористической операции на Донбассе. Многие международные компании отказывались летать в этот аэропорт, но тем не менее, до конца мая он еще работал, хоть и с перебоями. С 25 мая, после того, как ополченцы полностью захватили аэропорт, больше ни один самолет не приземлился. Через несколько дней украинские бойцы спецназа провели невероятно успешную военную операцию по освобождению аэропорта. С тех пор ни регулярные силы России, ни кадыровские наемники, молитвы которых слышат бойцы АТО, ни ополченцы так и не смогли отбить аэропорт обратно. Когда мы ехали по взлетно-посадочной полосе, нас окружали обломки самолетов и танков. Ужасное зрелище, учитывая то, что новый терминал был построен всего 2 года назад. Когда мы подъезжали к обломкам Донецкой крепости, мы не знали, что третий этаж аэропорта контролируют вовсе не наши бойцы. Открывай дверь, выходи. Открывай. Что, куда выскакивать надо? Вперед. Куда? По-любому вперед. Пошел. Хуй вы знаете. Сам тот, что разукрасил звезду в Москве. Или будут про нас фильм снимать. О, да. Я жене, у меня жена, ребенок. Отлично. Ну помыться надо, да? Не узнаю, если надо, да. Уютно? Да. Вот здесь курорт. Себе до 2 плюс 2 работал, позвонили, придите в военкомат, когда проверочку, сколько вас придет по телефонному звонку. Пришел, сразу же Житомир отправили. Ну, а тут, отсюда, тут, сюда. Все будет нормально. Скажи, будет хорошо. Они скрывают. Короче, зараз ситуация полягла в чем? Штурмуют здание, запалили здание и выкуривают на улице. Ну, мы держимся, там держатись до последнего. Мы нашу родину не продадим скотам. И так каждый день, да? Практически. Да, практически каждый день. Сколько держится оборона аэропорта? 3 месяца. Мы воюем. Завезли 40 автобусов. На штурм аэропорта. Сепаратистов. Завезли 250 осіб чеченской национальности. Аллах. Бородатых Аллахов. Нас тут пів армии. Нас тут 3000 человек, короче. А, все, понял. Тут все ВДВ. 4 гаубицы и все ВДВ причем. Вся... У нас тут все нормально. Вся украинская армия здесь. Да. Все. Не вся, только половина. Вторая половина в старом терминале, понял? Здесь половина там.
более 3 месяцев со всех... Хочу поблагодарить вам, сказать большое спасибо, что вы помогаете нам, Збройным силам Украины. Ротация работает. Вещами, поддержкой, просто верите в нас, молитесь на нас. Когда пришла информация, большое вам спасибо. Кто как может, так и помогает. Кто воюет, кто помогает. Большую работу делает. Респект вам, Одесса. Меня берет.